Никто уже и не помнит, как и почему случился апокалипсис. Некоторые из людей стали мутантами и впадают в бескровный анабиоз. Жизнь обычных же людей не сильно изменилась. Мы все так же любим яркие вещи, а в цене бензин и женщины. Я Байсал, сын Амана. Веду племянницу Кызылкумхана в Сардар. У нас закончился бензин. Да, это что-то новенькое. Но нам какое до этого дело? Как думаешь, твой ответ понравится хану? Мы вас кормим, вы помогаете нам, верно? Шакал, принеси им канистру. Можете забирать и валить. Вот она ваша благодарность. Новым ханом станет мой брат. И мы переименуем эти земли в нашу честь. Как вы задолбали все переименовывать. Беги к машине.